Второй год подряд библиотека имени Маяковского проводит благотворительную акцию «Подарите книгу». Ее приурочили к Международному дню книгодарения. Цель акции – вдохновить людей читать хорошие книги. Дарите люди книги, потому что книга, хорошая книга – это лучший подарок. Для того, чтобы показать и продемонстрировать и ценность этой книги, и престиж чтения. Вот, собственно, весь смысл этой акции. В прошлом году библиотекари собрали большое количество книг и отправили в Арзамасскую библиотеку, где литературу распределяли уже по району. А в этом году книги будут распространять по нашему городу. Часть литературы организаторы уже отдали Дому ветеранов в НЕФ. Мы будем рады принять в дары из домашних библиотек наших горожан разную литературу. Классиков, современных авторов, научно-популярную литературу. Не откажемся мы от детской и подростковой литературы, от словарей, учебников по разным отраслям знаний. Акция «Подари книгу» продлится до 14 февраля включительно. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих принять в ней участие. Вы можете принести в подарок книги из своих домашних библиотек. Литературу принимают в фойе библиотеки Маяковского с 12 дня до 7 вечера. Желательно, чтобы книги были выпущены после 2014 года и в хорошем состоянии. Более подробнее об акции можно узнать по телефонам 99408 99410.